Я Хамит Айжан Муратказы, дочь казахского народа, внучка народного поэта Казахстана Хамита Ергалиева, хочу обратиться к Касымжамар Такаеву. Извините, назвать его уважаемым уже не поворачивается язык. Касымжамарт Кемелевич, если вы действительно слышащее государство, то послушайте меня, гражданку Казахстана, человека, которому не безразлична судьба страны. Признаюсь сразу, я тоже не различаю Гегеля и Бабеля, мало того, тоже пошла гуглить эти имена вчера после вашего выступления. Конечно, вы, по сравнению с нашим первым президентом Кочегаром, человек образованный, ваш отец общался с моим дедушкой. Вы из интеллигентной семьи. Тогда, наверное, вы смотрели фильм грузинского классика Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Наверняка смотрели. Вы ведь помните, как там тело советского деятеля выкапывала женщина, которая оказалась дочкой художника, репрессированного этим самым деятелем. Она на суде сказала, три раза выкапывала, еще триста раз выкопаю. Моя подруга Тина Церетели рассказала мне предысторию этой сцены. По древним грузинским обычаям, земля может принять только того, кто был человеком. Но того, кто был плохим человеком и приносил горе, земля принять не может. Поэтому в 80-е годы тело трех большевиков Филиппа Махарадзе, Михи Хакая и Селебриста Тодрии кто-то постоянно выкапывал из могил. Могилы находились в национальном пантеоне на горе Тацминда в городе Тбилиси. Выкапывал и бросал там же тело закопают, но на следующий день их опять кто-то выкапывал. Дошло до того, что встал вопрос о перезахоронении тел. А все потому, что в двух метрах от этих людей лежал отец грузинской нации Илья Чевчевадзе, которого убил Махарадзе. Его вероломно застрелили. Илья Чевчевадзе для грузин – это как Ахмед Байтурсынов для казахов. То есть люди, выкапывавшие тело этих большевиков, считали, что они не могут лежать наравне с такими достойными сынами грузинской нации, как Чевчевадзе. Эта история легла в основу фильма Абуладзе. Дом, в котором снимали сцену утреннего появления тела, стоит в Батуми. Когда я там жила, я провела мимо этого дома ни одного туриста. В конце фильма разочарованный внук этого деятеля, который боготворил своего деда и не знал, что он был кровопийцей, покончил с собой, а сын этого деятеля скинул тело отца Саброва. К чему я это веду? В последние дни ваши нукеры ходят по домам убитых во время митинга казахских мальчиков и мужчин и приносят бумаги, судебные постановления, согласно которым они имеют право выкопать тело убитых для эксгумации. Экспертизы тел были проведены до захоронения. Все они погибли от огнестрельных ранений в результате приказа, который вы отдали. Это же вы приказали стрелять на поражение без предупреждения. Многие из этих мальчишек даже не успели познать женской ласки, родить детей и стать опорой для своих родителей. Теперь эти родители вынуждены охранять могилы своих детей от ваших верных псов, которые как шакалы приходят без предупреждения, выкапывают тело и уносят. Люди все удивляются, зачем они это делают. А я скажу, коли у вас не хватает смелости сказать, где-то же вы должны найти тело 20 тысяч террористов, которые вероломно напали на Казахстан. Вы уже так уронили себя в глазах народа, что даже пошли на такое. Если бы вы, Касымжамарт Кемелевич, знали бы свой родной язык и знали бы менталитет своего народа, то понимали бы, какое оскорбление вы этим самым нанесли этим людям. В исламе, приверженцами которого является добрая половина населения Казахстана, выкапывать тело запрещено. Возможно, сделать это только при чрезвычайных обстоятельствах, таких как подтоп местности, например. Пророк Мухаммад говорил, что надругательство над телом умершего врага, чем сейчас занимаются ваши люди, недопустимо, так как это уважение человеческого достоинства, поскольку, хотя противоборствующие находятся в состоянии войны и пытаются убить друг друга, люди с противоположной стороны тем не менее, человеческие существа, которым воздает честь Всевышний. Как сказано в Коране, мы даровали почет сынам Адама. Коран 17, 70. Принцип уважения человеческого достоинства требует почтительного отношения к телу человека не только при жизни, но и после смерти. По этой причине ислам запрещает обезображивать тело погибших врагов и, напротив, предписывает передавать их противоположной стране или, если это невозможно, предавать их погребению. Исламское право и международное гуманитарное право – введение в основные принципы. Ахмед Давуди У меня только один вопрос. Какому богу вы поклоняетесь, Касымжамарт Кемелевич? Какому Богу молятся все те, кто по вашим указаниям сейчас совершает надругательство над могилами этих людей, которых не только убили и оболгали, но еще и выкопали их из последнего пристанища? Как вы можете считать себя частью этого общества, если вы не понимаете менталитет, уклад и устой своего народа, который просто в ужасе от происходящего? Вы знаете, был такой прославленный казахский поэт Махамбет Атемисулы, который за свои сильно свободолюбивые стихи был вероломно убит. Я много исследовала эту тему, написала много статей. Его пришли убивать три человека, которые, обезглавив его, унесли его голову к султану Баймагамбету. После смерти Махамбета старейшины рода пришли к султану и сказали, «Ты победил, отдай голову, он должен быть похоронен по-человечески». И голову Махамбета вернули к телу, поэтому его голова лежала чуть выше его тела. У казахов не принято издеваться над умершими, так кто вы такие, которые идут на это? Вы точно не казахи. Не понимаете ни степных кодексов чести, ни исламских законов, я уже молчу о принципах морали и человечности. Если бы вы знали свой народ, вы бы поняли, что совершили непростительную ошибку, Касамжа Март Вы позвали русские штыки защищать вас от собственного народа, расстреляли свой народ, так еще и надругались над могилами этих людей. Наверное, вы никогда не прочтете этого, а если прочтете, то пришлете своих нукеров к моим престарелым родителям, но сказать я вам должна завещайте им похоронить себя после смерти где-нибудь в Москве, где вас будут защищать русские штыки. Потому что казахи никогда вам не простят, а мало того, нет гарантии, что вас самого из казахской земли не выкопают. Это так, совет, на будущее. Ведь все мы смертны, и каждый из нас понесет свой крест на том свете. Ваш уже неподъемный.